снова в комплекте. Это Тай. Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер. Итак, у нас тут кандидат, который хочет выступить за дом? Да. Только скажите время и место. Эй, не так быстро. Думаешь, дом готов любого нанять? Сначала покажи, чего ты стоишь. Прояви себя в паре гонок по городу, тогда и поговорим. И вот, друзья, нам дали возможность показать, на что мы способны в NFS Payback. У нас есть карта, и можем посмотреть. Ох, май гад, тут есть где развернуться, есть где погонять от копов и, конечно, от преступников. Обалдеть. Карта реально большая, и у нас есть уже одна отметка. Мы делаем флажок. У нас маркер по прямой практически. Ну что, погнали, у нас километр 300, можно просто погонять. Послушать музыку и посмотреть, насколько эта тачка управляема и насколько она внешне отвратительна. Ну что, включаем нитро и погнали. Километр 200. Это и все, что ли? Все нитро? Хо-хо-хо. Мне реально этого будет мало. Так, я вижу, поворот будет направо и где-то прямо тут. Давай дрифтом. Неплохо получилось. Еще раз налево. Что вы скажете, если они случаются несколько раз подряд? Да, нитро, конечно, очень слабое. Мы скоро подъедем, уже 200 метров, и вот уже я вижу. Что-то неладно в нашем городе. И я, ваш куратор, выясни, в чем дело. Есть одна идея. Ладно, деловой. Сейчас первое испытание. Победишь, поболтаем. Наша первая гонка, друзья. Ну что, погнали их. Кто против нас? 6 соперников, и у нас гонка начинается. Ох ты да, сейчас начнется потеха. Ребята, двигайте в сторону. Мне не жалко, кого могу, мы просто разобьем, но доедем первыми. Это обязательно. Обалдеть. Я еду уже второй, и в принципе неплохо езжу. Нужно, конечно, экономить нитро и уже добавить на скорость. Конечно, нам по прямой. Вот можно добавить и подрезать его. Нет, не получилось. Маленько ушел в занос. Одна ошибка, ничего страшного. И Джамала скоро сделает. Нужно как-то прям в задок ему ударить. В бочину и в задок. Вот таким макаром. О, как его закрутило. Не по-детски. Если бы не поворот, я просто его развернул бы. И я еду первый уже. Талер первый. Обалдеть. 900 метров остается, и можно добавить нитро. В принципе, неплохо сделали. Так, резкий поворот налево. Дрифтом. Попробуйте, красиво прошли. По прямой, финишная прямая и финиш. Да! Ладно, ладно, неплохо. Может, дому пригодятся такие ребята. Чем лучше гонщик, тем убедительнее проигрыш. Вы знаете, что я гожусь для дома. Может, а может нет. У тебя одна победа. Вдруг случайно. Я тебя записал еще на одну гонку с серьезными соперниками. Вот если там себя покажешь, будет о чем говорить. Будет сделано. У нас еще есть гонка. Давайте посмотрим по карте, где находится. В принципе, недалеко. И сейчас мы сделаем разворот и поедем на вторую гонку. И тогда, возможно, дадут нам что-то посерьезней. Мы докажем свое превосходство. Такой резкий поворот направо. И погнали по шоссе. Нитро врубаем, оно очень быстро сгорает. И все, что ли? Даже 200 не набирает. Тачка, конечно, полный хлам. Я надеюсь, у нас будет совершенно другая тачка, потому что эту тачку прокачать будет очень сложно и дорого. Так, поворот налево, что ли? Налево! О, как его! Нитро. И, в принципе, осталось недалеко уже. Мы практически приехали. Вот здесь направо. И уже гонка нас ждет. Ну вот, победишь, получишь шанс погонять для босса.
Давайте, друзья, докажем, что мы гонщик от бога. Самый крутой гонщик в этом городе. У нас кольцевая гонка, 3 круга, 6 соперников. Ну что, погнали кольцевую гонку и сразу всех растолкали. У нас кусок железа, и мне его не жалко. И я уже первый еду, обалдеть. Всех растолкали, и еду первый, и просто будем лидировать, что ли? Это как-то же слишком просто. На этой КВ-магии мы сделали всех соперников. Но нужно недооценивать соперника. О, еще ручником. Ручник нужно нажимать намного посерьезнее. Тогда будет хороший дрифт. А здесь можно ускориться, а там будет резкий поворот налево. Бензоколонка, только в нее не врезаться. Тут можно сократить и по прямой. И походу первый круг уже позади. Обалдеть. Довольно маленькие круги. Ну зачем нам большие на такой развалюхе? Ну, кстати, довольно неплохо дрифтит она. Ускоримся подальше от соперников. Поворот налево. И, кстати, мне напоминает эти повороты. Мне кажется, ночные гонки были как раз по этому маршруту, если я не ошибаюсь. Так, снова бензоколонка. Только не вписаться никуда. И позади уже второй круг. Остался последний круг, ребята, далеко позади. Мы спокойно едем и смотрим красивый пейзаж. И слушаем прикольную музыку по радио. Здесь можно ускориться, здесь по прямой уже знаю. Кружок уже получил и скоро будет финиш. Давай красиво сделаем. Ох, неплохо получилось. Еще разок. Конечно, больше скорость и больше дрифт получится. Осталось 500 метров. Осталось буквально чуток. Вот здесь можно дрифтануть. И финишная прямая. А я что говорил? Я опять выиграл. Ха. Ладно, водить ты умеешь. Мы дадим тебе новую тачку, будешь выглядеть... Вау, новая тачка, это круто! На улицах новые порядки, если сработаем, станешь их счастье. Но дом — это бизнес, не забывай. Постараюсь. Хорошо, добро пожаловать в дом. Мы, друзья, будем гонять, видимо, для босса. Он дает нам тачку гонять для босса и будем срывать куш. Потому что будем приходить только первый. Иначе быть не может. Что ты мне сигналишь? Я тоже могу посигналить. По прямой прибавляем турбо и будет поворот направо. Только не в сральник. Еще ручник. Ручник реально очень сложный здесь. Либо просто на этой тачке не очень и он и прокачан. Так, осталось 300 метров. Мне нужно свернуть куда-то прям под мост, что ли. Вот здесь подрежем. Нет, не подрезали. Не, по маркеру мне нужно было чуть дальше проехать. Да, совершенно верно, под мост, и мне кажется, мы уже приехали. Ох, друзья, это BMW, обалдеть! Первая тачка BMW, в принципе, как и стандартно в NFS. Ну что, погнали, доступно новое задание, и можно прокатиться. Какой движок, обалдеть, какой движок и как он рычит. Ну это, конечно, не Мустанг, у нас есть уже отметка. О, как она вырвалась. У нас есть нитро гораздо больше, и намного она будет посерьезнее. Секундочку, нужно поставить отметку и поехать к первой гонке на новой машине. Так что, друзья, направо и погнали. О, вот эта тема уже посерьезнее. Ну, 200 даже нету почему-то. Нет, 200 есть все-таки. Лошадка неплохая для начала, конечно же. Сейчас поворот налево. Да, поворот хорошо входит. Кстати, масса у нее довольно средняя и неплохо поворачивает. Не легкая и не тяжелая. Но вот скорость набирает довольно стабильно. Обалдеть. Так, мне кажется, а мне все верно едем. А сейчас будет направо, только маленько чуть-чуть. Не успел. Так, осталось 500 метров. Практически переехали к нашей третьей гонке. И докажем, что мы крутой гонщик в этом городе. Ух ты, да. Нитро довольно неплохо срабатывает. И мы уже приехали.
Надеюсь, тебе понравилось быть королевой, Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. Ну что, добро пожаловать в большую игру. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной гремучник. Оставайся на этом канале. Делай то, что говорит босс, и в накладе не останешься. Гремучник. Понял.